4-этажный учебник истории откроется завтра в Тюмени. 1 ноября официально начнет работу мультимедийный парк «Россия. Моя история». Здесь события оживают с помощью интерактивных книг, голографических проекций и цифровых реконструкций. Все можно трогать руками. Дети сразу же находят на тач-панелях малюсенькие кнопочки, в лед просто находят, умудряются выключить эту тач-панель. И, соответственно, таких нюансов очень много. Это заново загружается, перезагружается. Стоит там, к зрителям обратиться с просьбой все-таки относиться более бережно к оборудованию. Мы покажем официальное открытие в прямом эфире 1 ноября в 16 часов. Телеканал «Тюменское время» начнет трансляцию из мультимедийного парка. Вы сможете оценить масштаб вместе с нашей съемочной группой и экскурсоводом. Загляните в самые интерактивные экспозиции.